Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Очень рада, что вышла наконец в эфир и общаюсь с вами. На улице жара, дышать нечем, но мне очень приятно, что я сейчас записываю этот уникальный текст. Вашему вниманию! Арктурианский совет 9D. Мы передаем коды мудрости через это сообщение. 12 июля 2021 года через Даниэля Скрантона. Привет! Мы Арктурианский совет. Мы рады связаться со всеми вами. Мы гораздо менее влияем на всех вас, чем то, что содержится внутри вас. Мы всего лишь один голос из одного измерения. То, что внутри вас, имеет гораздо большее влияние из-за всего опыта, который вы записали на свой счет в течение этого цикла воплощений, в котором вы сейчас находитесь. Если у нас есть одна общая, далеко идущая цель для нашего контакта со всеми вами, это чтобы заставить вас подключиться к бесконечному и вечному, что внутри вас. Мы знаем, что вы намного более могущественны, чем вы когда-либо могли представить своим физическим разумом. И поэтому мы не только пытаемся убедить вас в важности погружения внутрь себя, но также даем вам активацию с помощью энергии, которую мы передаем через канал здесь. Прямо сейчас мы передаем вам коды, которые пройдут мимо вашего разума и их способности принимать эти коды, но ваша внутренняя мудрость будет разблокирована из-за вашей готовности сидеть в энергии этой передачи прямо сейчас. Для всех вас так важно осознать, что вы сами являетесь лучшими учителями и наставниками, а мы и другие подобные вам собрались здесь только для того, чтобы напомнить вам об этой истине в последней инстанции. И тогда наша работа – уйти с вашего пути, потому что мы также хотим видеть, что внутри вас. Мы хотим увидеть, как это проявляется в ваших жизнях и в эволюции сознания на Земле. Мы не заинтересованы в марионетках на веревочках. Мы заинтересованы в расширении прав и возможностей всех вас, потому что мы понимаем величие человеческого потенциала и мудрость, которая заложена в каждом из вас. Мы также рады за человечество, как и тех из вас, кто осознает свою силу и с оптимизмом смотрит на то, как человечество использует эту силу в будущем. Все меняется и все развивается, включая то, как вы получаете доступ к энергии и используете ее там, на Земле. Вам не нужно беспокоиться о том, как кто-то другой использует власть традиционным способом, потому что если вы это сделаете, вы только отвлечетесь от силы, которая находится внутри вас. А это то, чего никто не может коснуться. Вы просто должны быть готовы игнорировать тех, кто пытается усилить контроль над внешней силой, чтобы вы могли войти внутрь и получить доступ к той силе и мудрости того, как ее использовать, которая находится в вашем сердечном центре. Настройтесь, почувствуйте это, а затем уйдите со своего пути, потому что вы здесь, чтобы изменить себя и с помощью эффекта Ряби изменить весь мир, галактику и Вселенную. Мы Арктурианский совет, и нам очень понравилось общаться с вами.